Приветствую всех участников конференции. Итак, о компании MGOLTEX. Компания немецкая. Занимается она продажей золота в слитках по всему миру, как через интернет, так и прямыми продажами. То есть, любой желающий может приехать в главный офис компании, который расположен в Германии в центре Мюнхена, по адресу Максимилианштрассе 13. Учредителем MGOLTEX является также немецкая компания Gold and Silver. Эта компания уже имеет большой опыт работы с драгоценными металлами. В Gold and Silver вы можете приобрести золото весом от 1 кг. Не каждый может себе такое позволить, согласитесь. Чтобы сделать свой товар более доступным, директор компании принял решение создать еще одну фирму – MGOLTEX, где можно приобрести золото весом от 1 грамма. Поскольку золото не является товаром первой необходимости, очередь за ним обычно не стоит, разработчики компании придумали, на мой взгляд, просто гениальный маркетинговый ход. Благодаря этому в выигрыше остаются и покупатели, и компания, и те, кто занимается продвижением фирмы, то есть мы с вами. MGOLTEX не живет за счет притока людей. Компания получает прибыль от товарооборота, при этом почти не тратит денег на рекламу. Что же придумали разработчики? Во-первых, они зарегистрировали MGOLTEX в Дубае, который еще называют городом золота. Дубай находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Это крупнейший центр по торговле золотом на Ближнем Востоке и в Индийском регионе. В Дубае находится официальный поставщик золота для MGOLTEX. Это государственный афинажный завод концерна Emirates Gold, который выпускает 300-400 тонн драгоценных металлов в год. То есть золото, купленное в MGOLTEX, пересылается клиентам прямо из Дубая, что значительно сокращает транспортные расходы. Во-вторых, в Дубае низкие пошлины на золото, и что самое главное, там нет НДС на торговлю золотом в слитках. Для информации скажу, что в России НДС составляет 18%. Во все времена золото было символом богатства и стабильности. Не утратило оно своей актуальности и в наше время. Почему? Золото не портится, не подвержено коррозии, не теряет своих свойств даже через 1000 лет. Запасы золота на Земле ограничены, их становится все меньше и меньше, поэтому цена на золото постоянно растет. На сегодняшний день одним из самых надежных способов вложения денег является золото. Никому не нужно объяснять, что такое золото, с чем его едят, зачем оно нужно, и это известно всем. Ювелирные изделия, купленные в магазине, продать по той же цене практически невозможно, я сейчас не говорю об антиквариате. Слитки золота 999 пробы, купленные в MGOLTEX, всегда можно продать за ту же цену, а чаще и дороже, так как золото постоянно дорожает. MGOLTEX гарантирует обратный выкуп золота для своих клиентов круглые сутки по самым выгодным ценам. Для расширения рынка сбыта и увеличения объема продаж компания объединила традиционные прямые продажи со специально разработанной системой продвижения товара через рекомендации. То есть, те, у кого много денег, могут зайти на сайт MGOLTEX или приехать непосредственно в офис, заплатить деньги и получить свое золото. Для тех, у кого есть большое желание, но небольшие деньги, существует второй способ приобретения золота – через бонусную программу. На ней мы остановимся более подробно. Итак, что же нужно делать, чтобы получить свое вознаграждение? Компании MGOLTEX не нужно выкупать никаких стартовых пакетов, платить за вход, выход, здесь нет никаких взносов и ежемесячных закупок. Чтобы стать партнером MGOLTEX, нужно на ваш личный счет в MGOLTEX перечислить 540 евро. 40 евро – это плата за создание и обслуживание счета, как и в любом нормальном банке. 500 евро – это депозит. Никто не заберет эти 500 евро, они всегда останутся вашими. Более того, если вы сейчас поддадитесь магической силе моего голоса, прямо сейчас перечислите деньги, а завтра проснетесь и скажете: «У-ху! Что же я наделал?» Да ничего страшного, у вас будет еще 14 дней для того, чтобы вернуть свои деньги без объяснения причины, при этом вы ничего не теряете. Но я вам советую все-таки сначала подумать, прежде чем перечислять деньги. И вот деньги поступили на ваш счет. Компания автоматически оформляет для вас заказ на покупку золота на 7000 евро. 500 евро уже входит в эту сумму.
Вы можете сказать, зачем мне золото? Мне нужны деньги. Я тоже так считаю. Как я уже говорила, Имголдекс не живет за счет притока людей, то есть нас с вами. Компания живет за счет товарооборота, продажи золота. И мы в этом помогаем. За это получаем достойное вознаграждение. Став партнером Имголдекс, вы попадаете в главный стол и занимаете свободное место над вашим спонсором, то есть человеком, который вас сюда пригласил. Теперь вы всегда будете двигаться за ним. Почему спонсор? Спонсор – это человек, который снабжает вас информацией, помогает делать первые шаги и передает вам свой опыт работы в Имголдекс. В нашей группе вся компания помогает друг другу, у нас есть свой чат в скайпе, мы проводим ежедневные встречи, обмениваемся опытом, проводим тренинги для саморазвития. Если у вас есть какой-то вопрос, а спонсора нет в сети, вам поможет любой другой член команды. Также вы можете почерпнуть много полезной информации на сайте Имголдекс или на специально созданном сайте для русскоговорящих пользователей profitrevolution.ru. Ваш спонсор даст вам ссылку на этот сайт. Ну давайте пока вернемся к главному столу. Стол состоит из 15 мест и 4 уровней. Каждый человек начинает с первого уровня и по мере заполнения столов продвигается на 4 уровень. В столе, который вы видите на экране, Диана стоит на 4 уровне, при этом она не является вершиной пирамиды. Она не зависит от вышестоящих людей. Допустим, Михаил может быть в компании Имголдекс 2 недели, Петр может быть уже полгода, а Мария 3 месяца. Ваш доход в Имголдекс не зависит от того, сколько времени вы находитесь в компании. Активные люди зарабатывают за неделю больше, чем пассивные за полгода. Все зависит только от вас. Для того, чтобы каждому из нас получить вознаграждение в 3500 евро, нужно выполнить квалификацию. Что это значит? Нужно порекомендовать компанию двум людям, пока вы находитесь на первом или втором уровне. Обратите внимание, что двух людей необходимо пригласить всего. Когда вы перейдете на следующий стол, то есть на следующий круг, вам уже нет необходимости приглашать людей. Но скорость получения вознаграждения зависит от того, как скоро заполнится стол. То есть можно не приглашать, но лучше, если вы приведете еще своих друзей и знакомых, таким образом вы быстрее получите вознаграждение. Ну, давайте посмотрим на примере, как это происходит. Допустим, вы пришли на эту презентацию по приглашению Вероники. У Вероники уже есть один приглашенный Франк. И если вы послушали эту информацию, вам понравилось, и вы решили присоединиться к команде Имголдекс и стали вторым приглашенным Вероники. Других людей тоже заинтересовала возможность зарабатывать с Имголдекс. Они заполнили еще 4 свободных места. Диана вышла на вознаграждение, а стол разделился на 2 части. На первом уровне опять появилось 8 свободных мест, а вы уже передвинулись на 2 уровень. Чтобы заполнить все свободные места, вы приглашаете 2 своих друзей или знакомых. Вместе с вами работает вся наша команда. Первый уровень снова заполняется, стол опять делится, очередной участник выходит на вознаграждение, а вы передвигаетесь на следующий уровень. Когда вы будете на 4 уровне и заполнится все свободные 8 мест первого уровня, вы выходите на вознаграждение. Имголдекс тут же автоматически покупает для вас золото на 3255 евро. Из вашего вознаграждения вычитается 7%. Это доход фирмы. Купленное для вас золото вы можете забрать себе, заказав доставку на дом. А можете продать обратно компании. Компания гарантированно выкупает золото у клиентов в любой момент, 24 часа в сутки. Еще раз напомню, что вы имеете право на расторжение договора и возврат денег в течение 14 дней. И даже если вы никого не сможете пригласить, пройдя 2 главных стола, что в нашей команде практически невозможно, компания купит вам золото на ваши 500 евро. И вы ничего не потеряете. Пройдя первый стол, вы автоматически попадаете на второй стол, но там уже никого не нужно приглашать и ничего платить. Откуда Имголдекс берет деньги на вознаграждение? Бонусная программа строится по принципу накопительной покупки. Что это значит? Предположим, что вы решили вложить деньги в золото и приобрести слиток стоимостью 3500 евро. Но заплатить сразу всю сумму вы не готовы, поэтому вы откладываете каждый месяц по 500 евро
и через 7 месяцев у вас набирается 3,5 тысячи евро. Те, кто не любит долго ждать, могут пойти другим путем. Собрать 7 друзей, все скинутся по 500 евро, и вы сможете приобрести свое золото на 3,5 тысячи евро. А в следующем месяце вы опять скинетесь по 500 евро, и уже следующий ваш друг приобретет тоже золото на 3,5 тысячи евро. Таким образом, все останутся в выигрыше, и никто ничего не потеряет. По такому же принципу накопительной покупки работает и компания MGoldex. Из 540 евро, которые каждый новый участник перечисляет на свой счет, вычитается 40 евро на обслуживание счета. 500 евро умножаем на 8 новых участников первого уровня, получаем 4000. Они идут на вознаграждение. 500 евро из этих денег идет в лидерскую программу, о которой вы узнаете позже. Таким образом, MGoldex не тратит ни копейки своих денег, а лишь распределяет их между участниками стола. MGoldex – компания не благотворительная, она тоже заинтересована в доходе, поэтому с каждой покупки она вычитает 7%. После того, как вы выполните квалификацию и закроете свой первый главный стол, вам начислят вознаграждение в 3,5 тысячи евро. 7% из этих денег – доход компании. Пройдя первый главный стол, вы автоматически переходите на второй главный стол. На 3,255 евро MGoldex покупает вам золото, которое, как вы уже знаете, можете продать обратно компании. Для перехода на второй главный стол платить больше ничего не нужно. Второй главный стол является второй частью бонусной программы. Если вы выполнили квалификацию в первом столе, во втором столе вы можете больше никого не приглашать. Пройдя все 4 уровня второго стола, вы также выходите на вознаграждение, и вам начисляется также 3,5 тысячи евро. 7% или 245 евро – это доход компании, а 3,255 евро – это ваш доход. Компания снова купит вам золото на эти деньги. После прохождения двух столов бонусная программа заканчивается, и вы можете выбрать, остаться вам в компании или забрать все свои деньги, включая те самые 500 евро, и попрощаться с компанией. Если вы решите остаться, вы сможете вывести на свой счет 2715 евро, а 540 евро перейдет на следующий главный стол. Как приглашать людей? Этот вопрос интересует всех. Существует множество способов, как это можно сделать, как через интернет, так и совсем не используя компьютер. Я вам расскажу, как это происходит в нашей команде. У большинства из нас много знакомых, родственников, друзей, так вот я вам не советую ставить сразу под себя бабушек, мам, пап, потому что наверняка так случится, что вам придется работать и за себя, и за них, а это не сократит ваш путь к вознаграждению. Я вам советую начать со знакомых. В MGoldex существует проверенный временем алгоритм действий для новичков. Вы звоните своему знакомому или знакомой и говорите: «Тебя интересует возможность дополнительного дохода?» Вам отвечают: «Да». Вы спрашиваете: «А ты хотел бы иметь доход от 3,5 тысяч евро?» Вряд ли от этого кто-то откажется, вам опять скажут «Да». Тогда вы спрашиваете: «А ты готовы потратить час своего времени, чтобы узнать о том, что и как нужно делать?» Если вам скажут: «Да ладно, слушай, ну объясни мне по телефону в двух словах, я и так пойму», вы отвечайте, что в двух словах этого не объяснишь, нужно показывать и рассказывать. Я в компании недавно, мне еще трудно объяснить тебе все нюансы и подробности, поэтому я скину тебе ссылку на e-mail. Ты приходи в такое-то время на конференцию, там тебе все расскажут и покажут, и я тоже буду на этой конференции». На этом вы разговор заканчиваете. Не пытайтесь объяснить в двух словах. Вы просто лишите возможности человека получить эту уникальную информацию и зарабатывать вместе с вами. Предоставьте это лидерам, у которых уже есть большой опыт и которые знают, как правильно преподнести информацию. Таким же образом можно приглашать незнакомых людей через Skype, допустим, или через интернет. А теперь вы мне ответьте на вопрос. Сложно приглашать людей таким образом. Много для этого нужно знать и уметь. Давайте повторим, что нужно сделать, чтобы стать членом нашей команды, и что делать, чтобы получить свое вознаграждение. В первую очередь, вам нужно связаться со своим спонсором.
Он поможет вам зарегистрироваться в MGoldex и скажет номер, под которым нужно регистрироваться. По вашему желанию, ваш спонсор внесет вас в специальный чат в Скайпе, который есть у нашей команды. И вы в любое время можете задать вопрос и получить ответ в этом чате, если у вас возникнут какие-то затруднения. Также у вас будет телефон вашего спонсора, то есть без поддержки вы никогда не останетесь. Далее, вы делаете банковский перевод в компанию MGoldex. Счет и координаты банка есть на сайте. Итак, банковский перевод вы сделали, не забудьте взять квитанцию, отсканировать ее или сфотографировать, чтобы четко были видны все буквы, и отправить ее вашему спонсору. Ваш спонсор свяжется с технической поддержкой, и через пару часов вы уже будете стоять в столе. Как только деньги придут на ваш счет, на ваш электронный адрес придет письмо о подтверждении того, что вы стали членом нашей команды. У вас уже будет свой личный кабинет на сайте компании MGoldex, своя рекламная страница в интернете, и вам останется приглашать людей на такие же конференции, как мы проводим сегодня, для того, чтобы ваши люди получали уникальную информацию и присоединялись к нашей команде. Когда вы перейдете на 4-й уровень и заполнится все свободные 8 мест 1-го уровня, вы получите свое вознаграждение. Но это еще не все. Вы автоматически переходите на следующий главный стол, платить вам больше уже ничего не нужно. И вы проходите еще раз этот стол. В качестве вознаграждения компания снова купит вам золото на 3500 евро за вычетом комиссии. И вы, при желании, перейдете на следующий главный стол. Для этого достаточно поставить галочку в вашем личном кабинете. Если вы больше не захотите зарабатывать с MGoldex, вы можете забрать все свои деньги, включая те самые 500 евро, которые вы внесли на свой депозит, и попрощаться с компанией. Если же вы решите остаться и получать снова и снова по 3500 евро, платить вам больше ничего не нужно будет никогда, вы будете только получать свои вознаграждения. Но это еще не все. Активным членам команды, которые выходят в лидеры, компания MGoldex дарит швейцарские золотые часы, мужские и женские, а также золотые кулоны. В лидерскую программу выходит не каждый, но если вам это удастся, помимо обычных вознаграждений после прохождения каждого стола, вы начинаете получать еще и пассивный доход, который к тому же постоянно увеличивается. Ну а о лидерской программе вы узнаете позже, когда станете членом нашей команды и начнете активно работать. Также узнаете о лидерских соревнованиях и шикарных призах для лучших. Ну а сейчас подумайте над той информацией, которую вы получили, и сделайте свой первый шаг навстречу финансовой свободе и независимости.